Hello, friend. Что в субботу целый день интернет работал, целый день, к вечеру как будто отключили вообще сеть, ни палочек, вообще просто связи не было. Я взяла с собой рабочий телефон, там связь есть, я звоню Арине, Арина не берет. Я звонила тебе, Алена, по номеру, который в WhatsApp у тебя, он недоступен. Я думаю, да ёпа мать. Короче, приключение было. Мотылёк, ты вообще знаешь, что скажи своим? Скажи, топовый ведущий завалит тебя. Пусть они тебе яхты дарят. А, я так поняла, что там, где я была, я потом выехала в магазин, в магазине света не было. Я так подумала, может, за счет того, что света нет и связи нет, может быть такое, я вот не знаю. Когда склоняешься, нормально. Не жарко. А там, вот, значит, тебя... Ну, Алена, я же не знала. Бывает. Я не знала, что тебе там такое. Да. Не накупилась, но... А что, мотылек? В конец месяца надо план закрывать. Так вот. Привет. Сегодня у нас Ислам играет батл, да, и играет Аслан. А, еще и возможно. А, нет, Сергей же играет после меня в среду. Ну и к Сергею вообще не хочу заходить. Он меня очень сильно обидел. Очень сильно. Я таких врунов не люблю. Есть моменты, алло, есть моменты, явные моменты, и я этому человеку сказала, чтобы он больше мне не писал вообще, ко мне даже не заходил. А сегодня зашел, как ни в чем не бывало. Привет, как дела? Мой человечек, ты мне предложение сделала, я согласна. А как так, четыре брата ходят, значит, другим кидают, а тебе нет? Это несправедливо. Зови братьев на мою сторону тогда. Ля какая. Что, волчонок? Ну, мне братья помогут. Она вообще ни с кем не слышит. Капец. Да. Я бы по башке дала, если бы ты делал. Ну, братья, да, называются? Катечка. Да. Ну, давай. Мою кошечку, давай, поспи, куколка. Приходи еще. Сережка, привет. За меня поспи. Написала бухгалтерам, чтобы они заказали деньги. Волчонок, где моя яхта? Пятницу до 11. Приветик, Сережка. Все, давай, Танюшка. Хотя бы за 4000 яхту подари. Не за 40, за 4. В 4 утра? В бега засиделась, что ли? Они спели нам песню о любви. Давай. Чего вы все спать идете? Не смогла уснуть. Моя же ты кошечка. Откуда у тебя вот эта вот ракета? У меня такой нет. Спасибо, мотылечек большой. В эфире, ну, капец. Да, бегу, это засасывает очень сильно. А, приходят и... Блин, я не играла никогда, кстати.
Сережка, что ну молчишь, сидишь? Ну, вы стоите там, где вы в пятницу работали. На один день только. А. Все, молчанок завис. Короче, девочки, мальчики. Я даже на завтра баннеры не буду делать батлу. Правда. Мне и так лень. В бассейне будешь купаться? Ля ты даешь. Альфонс, привет. Ничего нового. Все по-старому. Абсолютно все по-старому. Сейчас я окно закрою. Телезрителям Бига, привет. За 40к есть? Чё ты меня обманываешь? Прогулка, там есть за 4000 яхта. Ну ладно, можешь не яхту, можешь предложение сделать. Там есть Айгуль, по-моему, предложение делается. Но он, по-моему, за 10. Ой, Алена, до плана мне надо 12к. Я очень хочу на полтинник выйти. Капец, я седаю. Жесть просто. Что такое? Чего такая седая? Стала нервы, что ли? Пиздец, это вот, угу. Вот это все замены. Если вот получится. На сегодня, Валиста. Мне теперь машину надо красить, поэтому очень надо план закрыть. Натали, аушки, привет. Натали. Алло. Доброе утро. Сейчас я позвоню. Да я сейчас наберу. Похоже, мне нужен грузчик. Да, именно эту песню поешь, да? Мне, похоже, еще один.